Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. На территорию Ирана обрушился сильный снегопад. В Тегеране отменены занятия в школах и приостановлена работа аэропортов. В некоторых других регионах страны также закрыты школы. Многие водители из-за аномального снегопада застряли прямо на дороге. На данный момент выбраться им помогают спасательные службы. По информации местных телеканалов, повреждено достаточно много проводов, линий электропередач из-за падения деревьев. Около 6600 человек размещаются в пунктах временного размещения. Глобальное изменение климата сегодня затрагивает практически каждый уголок планеты. Климатическим беженцем может стать каждый, как и принимающей стороной. В современном мире крайне необходима консолидация и объединение в совместной идейной деятельности порядочных, здравомыслящих ученых из разных стран мира, которые не служат своей гордыне и понимают всю пагубность существующей системы потребительского общества. Это усилит не только реальную эффективность подготовки человечества к природным катаклизмам, но и даст первые ростки цвета созидательного общества. Объединение людей на духовно-нравственных основах, вне политики и религии. И на сегодняшний день, благодаря ученым международного общественного движения «АЛЛАТРА», существует надлежащий, фундаментальный научный базис, способный сплотить и объединить многих талантливых людей, для которых главными критериями в их деятельности являются человечность и совесть. Вместе мы сможем пройти через любые преграды. Подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации вы можете узнать в докладе ученых «АЛЛАТРА Science» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.